представлю. До нашої студії завітала Юлія Карєва, автор школи для мам, майстер НЛП. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Дуже багато порад є для матусь. Там, як обрати підгузки, як там приготувати дещо. У вас щось нове. Розкажіть про свою школу і чому ви стали її автором, чому ви її створили. Когда мы начали работать с взрослыми людьми, методиками нейролингвистического программирования, то каждый раз мы возвращались в детство. И все проблемы начинались от того, что кто-то сказал, кто-то постоянно говорил, кто-то вселил неуверенность. И в большинстве случаев это были очень близкие люди. Те, кто желали только добра, те, кто хотели как можно лучше. И в какой-то момент я подумала, зачем ждать, пока человек вырастет, и потом уже работать с ним, возвращаясь в его детства, там, в трансовых состояниях и меняя какие-то воспоминания, если можно изначально научить мам, на что обращать внимание и чего не нужно делать, а может быть, что-то нужно делать. Ну, безумовно, мы зараз не навчимо за 7 хвилин, що ми маємо, але все ж таки, чому ви навчаєте мам? Я дещо скажу, що я читала інформацію про ваші тренінги, зокрема, це сила убіждення, особливості мозга, як використовувати, як убрати страхи. От, да, це дійсно так, от як це працює? Розкажіть. НЛП имеет такие возможности делать это очень быстро и очень просто. Несмотря на то, что кажется, что, о боже, убирать страх, как же, это же так все сложно. Методики настолько просты, что мамы их делают просто вот с первого раза. А с детьми работать намного проще. И что удивительно, что дети эти все методики знают. Каким чином они знают? Тобто це в них закладено, чи як? Так, дети рождаются, у них какие-то есть знания, которые потом со временем проходят. И если, чтобы взрослому убрать страх, ему надо вести в транс, чтобы он расслабился, чтобы он очень сильно доверял, то ребенку просто говоришь, закрой глаза и увидь свой страх, и он настолько доверяет своей маме, мама для него это истина, и все, что мама скажет, это само собой разумеется. Поэтому он закрывает глаза и тут же представляет свой страх, он его описывает во всех картинках, и даже на этом этапе ребенок все делает сам. Очень часто такие случаи. Я со своим ребенком было точно так же. Я первый раз волновалась, и он все сделал сам. И я вообще не поняла ничего. Потом мамы очень часто оставляли отзывы, что они точно так же просто сказали, закрой глаза, увидь свой страх, и ребенок все сделал дальше сам. А так само ви позбавляєте гніву, злості, так? Не збавляють, неправильно. Можна я зацитую? Як брати з них ресурси? Так. Як це можливо? Є такий стереотип, що є хороші емоції, є плохі емоції. На самом деле не буває хороших і плохих емоцій, бувають уместні і неуместні емоції. І той же гнів, він дуже ресурсний. Його класно використовувати для достиження цілей і кращі емоції, ніж для достиження цілей, чем гнева нету. Печаль – это лучшая эмоция для перезагрузки, для того, чтобы пережить какую-то стрессовую ситуацию. И иногда мы должны осознанно вести себя в печаль, чтобы прожить эту эмоцию, и мы выйдем совершенно в новом состоянии. Точно так же страх, он отвечает за нашу безопасность. И если вовремя нужный страх, почему мы не переходим на красный свет через дорогу? Наше любопытство или там, желание успеть могло бы быть сильнее. Но наш страх заставляет нас, страх, причем вселенный нас с детства, потому что еще с самого детства мама говорила, вот красный свет это опасность, и поэтому, будучи даже взрослыми, даже может быть вокруг не быть машина, мы можем стоять и ждать красный свет, если в кого в детстве хорошо встроили красный свет, то человек будет стоять и ждать даже при видимой безопасности, потому что для него это опасность, все, страх его держит, и благодаря этому страху выживает человечество. Ну, мы такое говорить, все мамы однакові, все батьки однакові, але ні, Юлія нам стверджує, що є навіть типи батьків. Ви їх виокремлюєте навіть 4. Ви це теж про це говорите на своїх курсах. Тобто, якщо я мама, прийшла до вас, я зрозумію, до якого типу я відношусь. Правильно? Так. Спочатку ви знайдете себе в цих типах, а потім ми в течение місяця виконуємо завдання після теорії. От 2 дні плотної, жорсткої такої теорії. Так, а тепер давайте розбирати. Спочатку буде теорія. Так, 2 дні така жорстка, насичена, дуже-дуже така теорія. Трішки, да, так? Без води, без чіткої. Да. А потом целый месяц мы работаем ежедневно в онлайн-группах. Я каждое утро даю задание на закрепление этой теории. И вот самое интересное... А что это за задание? Вот при открытии, слушай, это так интересно, что это может быть за задание? За какие-то практичные, да? Да, да. Например, если мама обычно реагировала на поведение ребенка гневом, ну, например, ребенок рассыпал муку на ковер, и мама заходит, ее первая реакция – гнев, то после
курсы NLP, мама понимает, что у нее есть много вариантов реакции. У нее есть вариант сказать, ну, милый, ну что ж ты так? Или можно сказать, ну ничего, все бывает. Или можно там перевести это в игру. То есть может быть очень много разных вариантов, и мы прокачиваем разные эти варианты. И как реагировать на свой гнев, как реагировать на гнев ребенка, потому что ребенок не просто плачет, он выражает эмоции. Он может плакать в гневе, он может плакать в печали, он может плакать в страхе. И наши реакции должны быть совершенно разные. Ребенок, плачущий в печали, и ему нужно его защитить. А если ребенок в гневе, то вы начнете его защищать, и вы попадете под линию огня, еще и станете жертвой этого гнева. Поэтому в NLP мы обращаем внимание на то, что ребенок не просто плачет, он выражает свои эмоции так, как может. И у ребенка лимбическая система, отвечающая за эмоции, развита больше, чем неокортекс, отвечающий за логику и мышление. И поэтому мамы должны дети четко... плачут, да? Чуть-чуть? Да. Поэтому мамы должны четко определять, что они сейчас разговаривают не с логикой, мышлением и рациональным мышлением, а с эмоциями, и с эмоциями совершенно другой подход. И нет смысла объяснять ребенку, которого забрали лопатку, и он плачет в печали, что, ну, ты знаешь, ну, это же лопатка мальчика, и как-то его взывать к разуму нет смысла. Его надо защитить, его надо... То есть совсем другой алгоритм поведения. И наиболючіше таке питання, ну, принаймні, для мене, як відмовити дитині в магазині. Да? От я, давайте змоделюємо ситуацію, ми приходимо купи то. Як відмовити правильно? Ви теж цьому навчаєте? Да, цьому можна навчитися. Отдельна ця тема про магазини, которые это тоже запрос был мама, но не входила изначально в общую программу. Я думаю, да, это для мам актуальное питание. Почему? Потому что я часто, даже сейчас вижу, как в магазине, вот я стою на кассе, подходит мама, и за ней девочка с барабаном, хлясь его на эту ленту, и мама: о, у меня денег нету. Да, часто, и это очень сильное встраивание. Ребенок живет в мире, в котором нет денег, а человек, который знает, что денег нету, то вся его жизнь только подтверждение этого. Поэтому категорически, вот чего точно нельзя делать в магазине, это говорить, что денег нет. Хорошей. Да. Запам'ятайте, це важливо, дійсно. Потому что, да, потому что ребенок, который думает, что в мире много денег, эти деньги ему даются легко, он легко их получает, потому что их же ж много. А человек, который вырос в дефиците денег, денег нету, то он каждый раз будет сталкиваться с ситуацией, что денег нет, и он будет в свою жизнь... В майбутньому, так в подальшому житті, да? Да. Поэтому надо искать другие варианты. А что? А як їх знайти? Я расскажу, что я делала. Розкажіть свого досвіду. Когда ребенку был еще там до года, и он еще так, у него было рассеянное внимание, я его садила в корзину, завозила в супермаркет, в отдел, где много игрушек, это вот в Таврии такой был отдел, и я ему говорю: выбирай любую, мир изобилен, выбирай любую. Ребенок там до года, ему хватает 30 секунд на любую игрушку, то есть он ее хочет в магазине, он в нее вцепился, мама покупает, он ровно там минуту им этой игрушкой играет. И вот я ему говорю: выбирай любую. Он выбирал игрушку, играл, потом: а теперь какую хочешь, хочу вот эту, теперь на эту, ага, вот это. И не торопясь, я ему создавала изобилие, при этом я не создавала дома мусорник ненужных вещей, то есть у нас дома только нужные, самые лучшие игрушки, которые он получает только на праздники. И почему только на праздники? Это тоже потому что и переизбыток игрушек теряет его ценность. Мы покупаем не игрушку, мы покупаем счастье, которое дарит эта игрушка. И когда мы создаем очень-очень много легкодоступных игрушек, то это же как данность, как так и треба, так? То мы, каждая игрушка приносит чуть меньше счастья, чем предыдущая. Поэтому все покупать тоже не вариант, но создать изобилие при этом надо. Поэтому он все это хватал. А если вдруг у него какая-то игрушка зацикливалась, и вот он ее держит, держал все двумя руками, третью минуту шла, он ее держал, то я начинала ему рассеивать внимание. Ой, да, это классная игрушка, смотри, вот это вот точно классно, вот прям это очень круто. И он, да, и отпускал. И вот так вот мы продолжали дальше. И когда он уже брал какую-то игрушку и хотел ее, я тогда шла по супермаркету, и мы еще полчаса занимались покупками. За полчаса, конечно же, ребенку любая игрушка надоедала, я ее ложила в корзину и на кассе ее отдавала, он о ней больше никогда не вспоминал. Таким образом, у него создавалась иллюзия, что мир настолько изобилен, он может любую игрушку иметь столько, сколько он ее хочет, и при этом дома у него были его самые любимые, самые ценные игрушки. Юлечка, ну це якщо 1-3 роки, а якщо вже постарше дитина, це вже треба розмовляти якось, а пояснювати? Є різні способи, я зараз просто не успею все це сказати, я розкажу свій самий любимий, тому що для мене дуже важливо навчити ребенка мислити, що всі мечти збиваються. Це дуже класне ресурсне мислення. И
мой 8-летний ребенок в этом уверен на 100%, и удивительно, его мрии сбываются, даже те, которые от него не зависят. И один из способов игрушку, вот если он увидел, говорит, загадай желание. Загадай, нравится эта игрушка, загадай желание, оно у тебя сбудется. И ребенок загадывает, и потом у вас, когда какой-то праздник, когда какое-то мероприятие, вам всегда есть что подарить. Mm-hmm. Нету такого, что вы все знаете, купили, праздник, о боже, что ему подарить, у него уже все есть. И он обесценивается, этот подарок, на день рождения, потому что что такое подарок? Это еще увеличивает это счастье от дня рождения. А когда у ребенка этих игрушек очень много, и тут вы ему еще одну игрушку дарите, то это не доставляет ему столько удовольствия. Поэтому в магазине загадай желание. Когда желание у нас сбудется, и у него каждый раз будет сбываться самая вот игрушка, которую он будет помнить, вы же ее будете в итоге ему дарить. И у него будет каждый раз, что «О, мои мечты сбываются». И вот один из способов, хотя таких способов больше. Ну, от ми зараз говоримо, мами, матусі, а тато, бабусі можуть приходити до вашої школи? Було б прекрасно, якщо б вони приходили б. Іноді приходять бабушки. Но, скажем так, бабушки не ко всей информации готовы. Они прекрасно воспринимают эмоции, они прекрасно воспринимают вопросы там, убеждения, переубеждения, вселения уверенности в ребенка. Все, они прям рады, им все нравится. Но когда доходит дело до убирания страхов, то они там такие, о боже, что за магия? Потому что в какой-то степени, может быть, где-то это похоже. Хотя это исключительно научно. Это не магия, но наука достигла такого... Будь-яка магія, тому що вона підтверджена чіткою наукою, правильно? Да. І чоловік, який зовсім ніколи не слышав, тут вдруг говорять, закройте глаза, посмотрите на твой страх, і бабушка в це время розуміє, що я здесь делаю. У бабусі починається страх, вона починає волноватися в цей момент. Почему папы? Потому что... А еще папам варто было бы, да, прийти? Папам, казалось бы, да, он НЛП для мам называется, ну, да? Вроде мам, бы, как и не случайно. Если ну, папа в декрете находится с детьми. Почему для мам? Потому что я просто перевела это на простой женский язык, тренинг. Угу. Потому что в самом НЛП есть очень много терминов, достаточно сложных, и ну, мамам нет смысла это сидеть изучать. Зачем? И я это все перевела на очень простой женский язык, очень женские примеры. И поэтому папе будет казаться, что здесь немного такое. Хотя, ну, если уже папа очень-очень сильно хочет и готов, то да. Для пап нужен другой язык, другое, больше терминов. Да. Больше. Для мам, для тат створимо потім тату-чарівник. І останнє питання, чи варто дітей з собою брати, чи ні? Чи будуть якісь такі практики, де мають бути діти? Ні, в практиках ні, но зависит от того зала, в котором ми знімаємо. Иногда ми знімаємо зал, где є дітські кімнати, і тоді мами приходять. Но в этот раз Николаев у нас не рассчитан там в гостинице, и там нет условий для ребенка, поэтому в данной ситуации в Николаеве нет детей, но бывает, что мы берем, и мы сразу изначально все готовим, иногда даже мой ребенок бывает, поэтому он у меня еще тот НЛПер, и я когда разозлюсь, я так ему спокойно объясняю, а он говорит, мама, ты не сдерживай гнев, лучше поругайся, я потерплю, но ты не сдерживай гнев, потому что он у меня про эмоции знает. Дети, они дивовижні. Тобто, як багато чого ви почули, як позбавитися страхів, як правильно розмовляти з дітьми, як їх привчати, все це більш детально ви можете побачити, почути, попрактикувати разом з Юлією Карєвою. Дякую вам, що завітали, автор школи для мам, майстер НЛП. Отож, давайте навчати виховувати своїх дітей правильно.